Любовь едет из Москвы в Малые Вязёмы. Только вышла из вагона электрички, сразу замерзла. Горячий чай как нельзя кстати. Это просто чудесно. Такая забота о людях, которые сейчас уже не часто встречаешь. Это чудесно. Согревающая акция действует с 13 февраля. За это время сотрудники ЦППК раздали больше 200 литров горячего черного чая с бергамотом. 19-литровая емкость расходится буквально за 2 часа. Угощения предлагают интервалами, в то время, когда пассажирам приходится долго ждать электричек. В связи с непогодой бывают какие-то сбои в графике движения электропоездов. И пассажиры стоят на станции, мерзнут. И вот мы вот таким способом их согреваем. Акция продлится до конца недели. Кроме Одинцова, чаем угощают на станциях Мытищи и Железнодорожная. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».